Есть, конечно, и балетные шедевры, о которых можно смело сказать, что это действительно уникальные постановки. Тем более, если говорить о «Гибели розы» на музыку Малера, постановке Ролана Петти. Прекрасно, что хореография, она не просто иллюстрирует музыку, она не просто является, она дополняет эту гениальную музыку. Если говорить о том, что уже само адажу из пятой симфонии Малера можно слушать, закрыв глаза, и погрузиться совершенно в иное состояние, и забыть про все. Семь лет в балетной школе – это целая жизнь. Можно сказать, наверное, это детство, отрочество, юность. Поступив в школу, я долго к ней привыкала, а когда привыкла, потом уже поняла, что без балетной школы я просто жить не могу, это моя жизнь. И никогда даже не думала бросать, потому что все было настолько для меня естественно, хотя и очень трудно было, порой невыносимо тяжело, но я принимала это как то, что так моя должна жизнь протекать. Так она должна продолжаться. Подтянулись, подтянулись. Самый счастливый момент в балетной школе – окончание выпускных спектаклей, когда государственные экзамены были позади, когда были приняты все предложения театров, когда уже было ощущение, что мы почти артисты, но уже не школьники. Это потрясающее ощущение свободы, надежды и целое море любви ко всему, ко всем и вся. Современная хореография – это ведь мироощущение
хореографов, которые живут именно сегодня. Они впитывают в себя окружающий мир, они впитывают в себя эту скорость, эту динамику. Так же и мы, танцовщики, мы люди этого времени. Танцуя классику, танцуя старинную хореографию, тем не менее, мы ощущаем внутри себя этот ритм, ритм современной жизни. И он прорывается изнутри, хочется его выразить, хочется выплеснуть это через движение, потому что мы люди движения.